Всем привет! Сегодня я нахожусь в хай-тек-парке города Хайфы, в таком небольшом здании. Проект сегодняшний – это ремонт первого этажа. Здание было уже давно построено. Иногда мы работаем на таких проектах. Вот, делаем с нуля ремонт. Здесь дверные проемы были установлены гипсокартоновую стену, приваренные к профилям, и особенность этих дверных проемов, они были покрашены с завода. Сегодня пришло время ставить небольшое количество дверей. Двери уже все разнесены, уже подготовка. Двойные, одиночные двери. Здесь они высокие, все по 2,40 высотой. Вот такие лабиринты с дверями. Напомню, наши двери противопожарные, металлические, внутри со специальным противопожарным наполнителем. Достаточно тяжелый. Еще и высота 2,40. То есть вот как это выглядит. Допустим, еще раз покажу дверь. Электрическая, замок Аблой,